Он снимает, придурок. Костюм оформи. Угорнул, пацаны. Он принял дозу, пацаны. Это жестоко. Смотрите на него. Прыгай. Он принял дозу, этот человек. Смотрите на его глаза. У него глаза красные. Артур употребляет тоже наркоту, но это очень жестоко. У них теперь воняют руки. Телеведущий был Романенко Денис, а рассказчик Владимир Демянчик. При поддержке Виктора Подколюка. Все, удачи, до свидания.